Второй год подряд в Заозерном для самых маленьких организуют встречи с главным сказочным персонажем Нового года. Дети приходят на встречу к Дедушке Морозу за сладкими подарками, а за это рассказывают стихотворение. Дед Мороз хоть старенький, но шалит как маленький, щеки щипит, ноши котит, ухватит за ухо хочет. Дед Мороз лицо не дуй, слышишь, не балуй. Кто пришел, что принес, знаем мы, Дед Мороз, дед седой с бородой, он нам елку зажжет, с нами песни споет. Дедушка остался доволен и раздал детям сладкие подарки. Организаторами резиденции, как и в прошлом году, стали активисты общественного движения «Наш Заозерный». В прошлом году около 400 курганских ребятишек стали участниками этого проекта. В этом году мы ожидаем их, что их будет больше, потому что приезжают не только жители Заозерного, приезжают жители других районов. Это возможность рассказать Деду Морозу стишок, спеть песенку, подарить рисунок, взамен получить сладкий подарок, фото памятное. И в этом году мы вручаем еще календарь общественного движения «Наш Заозерный» на 2019 год. В этот день в торговый центр в гости к Деду Морозу пришел глава города Сергей Руденко со своим внуком. Сегодня вот и мы заходили с внучком 85-й. Я думаю, что детей будет много. И вот чем больше такого рода вот событий, акций, которые дарят взрослые своим детям и окружающим, я думаю, это тем счастливее, радостнее сама жизнь. Более 170 ребятишек успели побывать в гостях у Дедушки Мороза. Но это не конец. Встречи еще запланированы 22 и 29 декабря. Павел Баев, Владислав Базлев, Александр Немков. Информационное агентство «Курган.ру».